Москва, передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Стрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, в бурьяне не живой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Раз основы солнце встает, у крыльца родного. Сыночка ждет.